Карл, гудка чего-то нету. Нет гудка. Сколько сейчас? 10 минут прошло. Это что-нибудь? Что-нибудь случилось? Ходу давай. Ну вот. Опять начинает. Это, небось, все твои. Скандал поднимай. А ты у меня знаешь, это... Ну, ну иди, иди, иди. Полиция! Какого счет? Назад! Ботинка! Почему не пропускают? Вторая смена будет пропущена через 2 часа. Прошу соблюдать порядок! Ребята, на катеров! Не пускать на катеров! Назад! 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 Правильно, Фриц! Верно, правильно! Правильно! Да! Я говорю правильно! Наш ответ! Забастовка! Я знаю! Нам снова будут предлагать! Вот они! Снова будут предлагать создать арбитражную комиссию из хозяев и господ и желтого профсоюза! Так это для того, чтобы, наверное, провалить наше дело! Правильно! Наш ответ – забастовка! Забастовка, правильно говори! Да, господин бюрократ, наш ответ – забастовка! Ступим не мы, а хозяева! Фриц правильно говорит, верно? Верно, товарищ? Мы имеем право бастовать, когда наша заработная плата не соответствует затраченной нами рабочей силе. Все профессиональное движение основано на том, чтобы обеспечить нам взаимопомощь и материальную поддержку, когда становится необходимым применить право стачек. Социал-демократы всецело поддерживают кого? Хозяев? Они сделают спасибо! Дайте говорить! Давай, давай! Социал-демократы всегда поддерживали и будут поддерживать справедливое право рабочих на стачку! Верно! Верно! Но...
настоящий момент, когда государство переживает кризис, эта стачка, не руководимая профсоюзом, может явиться несчастьем. Врешь! Правильно! Правильно! Я предлагаю передать этот вопрос на решение арбитражной комиссии. О, арбитражный! Так и есть! Да! Ого, флит! А вы нам разлаживаете! Обыщите его карманы! Союз воды за нас тело! Это забастовка, неруководимая профсоюзом! Вы за это ответите! Совет профсоюзов против, я против! Тейли! Покажи! Тише! Слушайте, Тейли! Эй, Тейли! Тихо! Ну, говори же! Товарищи! Товарищи! Огромные задачи стоят перед мировым пролетариатом. Я повторяю, величайшие задачи стоят перед мировым пролетариатом. Мы должны суметь подчинить... Смотри, Телли, не споткнись! Мы должны сообразовать наши решения задачами... С этими задачами! Тейли! Мы считаем нецелесообразным объявлять забастовку сейчас! Тейли! Товарищи! Правильно! Подайте ли его, говорит Шальма! Будьте! Мы не хотим забастовки, потому... Ты заметил? На других судах еле ворочаются, а у нас из кожи лезут вон. Thank you.
Кто хочет знать правду о забастовке на судоверфи номер один? Коммунисты, нуждаемся в твоей помощи. Ты возьмешься вывести вовремя рабочих на улицу. Ну, кормить зовет. Да. Собачку. Да. Мне? Да что ты? Мне есть не хочется.
Не хочется, ну бывает так, не хочется и баста. Не хочет. Дядь Витя, вот я все мечтаю собрать денег на мотоцикл, купить себе мотоциклетку, рыжую такую, понимаешь, с коляской. Мотоцикл. Ты что? Ты, брат, этим не шути. Эту забастовку месяца два протянуть можно. Мы им покажем. Кому, хозяину? Пойди покажи. Ну и покажу. Ну, мы им покажем. Пусть только попробуют. Пикеты снимать. Пикеты снимать? Спокойно, малыш, не волнуйся. Пускай попробует. Разве ты не в пикете? Сегодня не моя очередь. Расходись! Ого! Разве Карл еще не вернулся из пикета? Что случилось? Попало. Попало. Что ты какая, Грата, бледная? Ну и им тоже попало. Ha ha ha.
Какая прекрасная девушка. Карл, кто это? Ты ее знаешь, Карл?
Значит, с голода подыхать. И все равно, на уступки мы должны будем пойти. Должны будем пойти. Ну? Значит, с голода подыхать, да? У тебя, старик, калорий не хватает. Слышал, что я говорю? Ясно тебе? Ясно, я спрашиваю. Ясно тебе или нет? Ты вот сейчас нам размазывал, что вот сейчас нам выгодно. Хозяину невыгодно, а потом хозяину выгодно, а нам невыгодно. А мы это сейчас должны погибать. Или ты думаешь, хозяева сначала будет подавать? Я знаю, чего ты добиваешься. Знаю, чего ты добиваешься. Ты и твои популярности. Популярности. На нашей шкуре. На нашей шкуре. Вождь! Фу! Вождь! Ерунда! Ты ерунда! Ты чепуха! Детей голодом морим. Ты виноват! Ты виноват! Ты наших детей уморил! Ты своих уморил! Ты убил детей! Замолчи! Слышишь ты? Слышишь? Ты ли честный пролетарий? Это трус!
Убирайся отсюда! Ну! Что вы здесь делаете? Сегодня еще меньше явилось товарищей в пикет. Здравствуй, Карл. Здравствуйте, товарищ Тейли. Ты сегодня был в пикете, Карл? Не моя очередь сегодня. Карл, подожди-ка. Я тебя слушаю. Что? Я не согласен, товарищ. По-моему, я полагаю, я знаю, что рабочий имеет право стать. Право. Значит, надо организованно, нужно разумно мер. А что у нас? Голодают? Разбегаются? Это стачка? Ха! Это стачка! Это неорганизованный, неруководимый профсоюз! Ким? Это несчастье для всех! Но я... Я... Когда несчастье во всей стране, когда миллионы безработных, мы должны... Тогда требуется... Жертвы от всех классов. Не перебивайте меня, Павел.
Вот что. Что у нас? Куда мы пришли? У хозяев. Деньги. Солдаты. Хлеб. Все. Что у нас? Вова. Так во всем мире. За исключением одной страны. Там рабочие с кровью вырвали власть у буржуазии. Там рабочих рук не хватает. Я знаю. Советский Союз. И неправда. Они в общем правы. Там диктаторы. Кто правы? Не мешайте мне. Что, идти вместе с ними, что ли? Социал-демократами. Постой, постой. Куда ты? Проснись, ты. Откуда прибываешь, штрекбрехеры? Из Альтера? Не понимаю. Товарищ, вы сначала приведите себя в чувство. Слушайте, не трусьте. Продолжайте. Дальний с главного вокзала? Мобилизовать всех. Немедленно мобилизовать всех на помощь пикетам. Мобилизовать! Эй, прошли! На защиту! На защиту! Эй, прошли! На защиту!
бехеры! Брось, брось, говорит! Эй, бехеры! Сторону вокзала! Всех на защиту! Эй, на защиту! Полные поезда штрейкбрехеры. Штрейкбрехеры, на защиту. Иди же. Иди, ты должен идти. Что ж ты сидишь? Везде зовет всех на помощь пикетам. Поезда штрейкбрехерами. Надо скорей. Что? Идут. Thank you.
это? Кто? Кто это? Твои! Не видишь твои! Твои? Твои! Твои! Куда же теперь? Правильно! Ты! Правильно! У тебя сено в башке! Своих призаешь! Холод! Стой, матерь! Стой, матерь! Порядок, товарищи! Церемонишь с ними, Фриц. Все равно все за нас. Врешь, молокосос. Мы порешили становиться на работу. Давай дорогу цель. Не можем! Опускайте наверх. Или все равно силы провернем. Ты что же думаешь? Отдать нашим места приезжим молодцам, а самим голоду! Черт на рога! Довольно! Да ну, Фрид! Опомнись, Фрид! Полиция!
Теперь, товарищи, мы должны будем выполнить еще один долг пролетарской солидарности. Мы должны будем вместе с законченным нами теплоходом отправить в Союз Советских Республик 4 наших делегатов. Товарищи, в этот момент ожесточенной классовой борьбы мы можем вырвать из своих рядов только тех честных пролетариев, которые уж не так крепко могут держать оружие в руках. Ты зачем, Рен? Здесь отправляют делегатов Советской России. Да. Ты правильно сказал. Здесь посылают делегатов в Советский Союз. Иди садись. Повторяю, что в этот момент ожесточеннейшей классовой борьбы мы можем вырвать из своих рядов только тех честных пролетариев, которые уже не так крепко могут держать оружие в руках. Первым делегатом мы предлагаем Франца Клюге. Вторым Берту Мюллер. Третьим делегатом товарищ Йоханссон. Я здесь могу пригодиться. Ну-ну, ничего, поедешь, отдохнешь. Четвертым делегатом мы предлагаем Карла Ренна. Как я повторяю, четвертым делегатом мы предлагаем Карла Ренна.
находятся товарищи из-за границы, делегация бастующих докеров. Они приехали к нам на построенном ими корабле. So, also du glaubst wirklich, dass es genügt, Arbeit zu haben. Товарищ хочет оставаться здесь, остаться. Здесь остается. Хорошо. Значит, у нас поработать хочет. Арбайтер, так что ли? Ваших нам много надо. Солист. Понятно? Да. Meinen Genossen zu überbringen. Товарищи, товарищ Клюга говорит, что сегодня они возвращаются в свою страну, а несчастную передать товарищам, как русский пролетарий встречает делегатов. Союзного рапорта
гигантов троих. Правильно! Правильно, правильно! Прошу соблюдать тишину в эфире. Всесоюзный радиомитинг гигантов строительства 518 продолжается. Металлострой, берите слово. Слушайте, говорит Металлстрой. У микрофона начальник строительства. Слушайте, говорит Металлстрой о самом себе. Мы испытываем серьезнейшие затруднения. Постановления партии и правительства не выполняются. У нас есть должники, но у нас особый счет к одному из наших поставщиков, к заводу «Новый дизель». Он не сумел перестроиться по-новому. Он не выполняет своих обязательств. Unsere Diesel verspäten sich. Пролетарии и инженеры завода «Новый дизель» на вас с укором смотрят темные корпуса новостроек. Ваши машины должны дать им свет. Вы срываете ударное задание. Товарищи, товарищи, слышите ли вы призыв десятков тысяч рабочих металлостроя? Торопитесь выполнить обязательства, взятые вами перед всей страной. Немедленно призвать микрофону руководство завода «Новый дизель». Немедленно призвать микрофону руководство завода «Новый дизель». Sie wenden sich an uns. Sie fordern unser Ingenieur ans Mikrofon. Да чего ты споришь? Разве он неправильно говорит? Успеем, ликвидируем. Вот и ликвидировали. А кто виноват? Я отвечаю. Наш завод, завод «Новый дизель», без одного дня простоя, неустанно и неуклонно идет вперед. Честно, честно, я повторяю, ведет свою работу. Но среди других заводов наш завод самый последний, самый отсталый. Это потому, что мы до сих пор, наш завод, не сумели перестроиться по-новому. Не сумели отказаться от старых методов работы. Завод «Новый дизель», комсомольцы завода «Новый дизель» дают свое пролетарское обещание перед страной, перед рудметаллстроем, немедленно, немедленно. Немедленно ликвидировать позорный прорыв на заводе! Пустое дело! Ну что тут раздумывать? Постой, постой, постой! Что тут 36 дней? Да что ты, когда мы хвастать можем? Nein, da habt ihr etwas ganz unmögliches ausgedacht. Eine Katastrophe, Katastrophe. Большой закончить, сборку двух малых дизелей довести до 50%. 36 дней. А? Как думаешь, Семенович? Думаю, выйдет. Ну, ладно.
Почему вы кричите? Пожалуйста. Hast du gelesen? Ну, что там такое? Утро уж. Почему дизель молчит? Почему до сих пор задерживаешь путь? Неполадки пустяков. Успеем. Я говорю, успеем. Больше! Стоп! Стоп!
шлагбаум. Скоро, скоро! Доводим до всеобщего сведения. Наш долг перед гигантом Рутметалстроя, перед пролетариатом всего мира на данном этапе мы выпустили. Завод «Новый дизель» забирает дальше и выше от победы социалистического завода в мировой пролетарской революции. Товарищи, сейчас кончаю. 8 лучших бригад за эти 30 дней дали лучшие показатели как качеством, так и количеством. Но самые лучшие из них, которые заняла первое место, завком и партячейка, предлагают дать ей почетные революционное имя погибшего пролетарского бойца Людвига Сале. Предлагаю ввести в президиум товарища Ренна. Геносцы, бите, бите. What?
предлагает товарищ Ренна. Klatscht nicht so laut. Bitte. Ich möchte euch sagen, dass ihr Russen die besten Proleten seid. Die allerbesten. Ich möchte euch sagen, dass ich nicht euer Wirt bin. Versteht ihr mich? Versteht ihr mich? Foto, sieh doch, was sie mit mir machen. Du musst ihnen gleich übersetzen. Товарищ Рен говорит, что вы русский пролетариат. Есть самый лучший. Самый первый. Но он есть не как бы недостойный вам. Der Klassenkampf im Westen brennt. Immer stärker! Immer stärker! Ihr irrt euch! Ihr irrt euch über mich! Ich bin nicht einer von den ehrlichen Proleten, die herkommen, um mit euch den Sozialismus aufzubauen! Он говорит, классовый борьба, а весь мир горит больше, больше, сильно! Товарищ Рен немножко волнуется. Потом он говорит, что вы все здесь, о нем ошибаться. Товарищ Рен очень, очень волнуется. Да, все. Der Klassenkampf brennt. Im entscheidenden Moment, mitten im schwersten Kampf, als bezahlte Streibrecher in die Werften gingen, als Polizeiflieger auf hungrige Arbeiter schossen, bin ich schnell fortgelaufen. Ich hatte Angst vor Hunger. Ich bin schnell fortgelaufen. Ich und andere Feiglinge und Dummköpfe, ich habe ihnen geglaubt, den Sozialdemokraten, den Faschisten. Otto, sprich sofort mit ihnen, du hast alles gehört, Otto. Товарищ Рен говорит о себе. Он говорит, много честных пролетарий приехали в Советский Союз, чтобы вместе с тем строить социализму. Но он не этот честный пролетарий.
Он говорит, был самый тяжелый момент, самый страшный борьба, когда между докеры и хозяин, когда стреляла полиция наших голодных рабочих, он удрал с фронт, он боялся голод, он поверил им, социал-демократ, он бежал Советский Союз, только искать работа, деньга. Он говорит, теперь он понял все. Советский Союз понял. Очень ясно. Обрыли. Обрыли. Нихт entschuldigen. Glaub das nicht. Он был жив. Реньес, пролетарий, честный. Реньес очень горячий, товарищ. Вот. Мы посылает Карл Рен на Советский Союз. Мы хорошо знать, мы верить, что Советский Союз будет ясный голова. Ты должен помогать Отто. Мой хороший друг, я помогал, товарищи. Уезжай, Рен. Нет. Теперь этот. Да здравствует коммунистический партий.